Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродуктов». Трофей. Рыбалка. Добрый вечер. В эфире программа «Трофей и рыбалка». У микрофона Владимир Сметанин. В этой студии, во-первых, приветствую эксперта компании «Арсенал», профессионального рыболова Василия Мамонова. «Арсенал» на Комсомольской 8 по традиции. Василий, добрый вечер. Да, друзья, вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас ожидает сегодня очень интересная и насыщенная программа. Мы так или иначе к этой теме немножко подходили и говорили об этом в предыдущих передачах. Весь архив можно найти на нашем YouTube-канале и на сайте echokirova.ru. Как ловить, где ловить, на что ловить, это все прекрасно, это хорошо. Тут бесконечно еще мы количество программ обещаем сделать, но все-таки, Василий... Ловить нужно в рамках закона. Вот, обязательно. Закон. Все-таки все рыболовы... Есть правила, есть закон. Да. Вот его нужно должны, соблюдать должны всегда подчиняться, да. И везде по жизни, поэтому вот сегодня мы об этом говорим. Должны подчиняться каким-то правилам, конечно. Чтобы это все в хаос и в истребление водных ресурсов не превращалось. Это, к сожалению, ну, случается. Увы. 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 Да. В общем, эта программа будет полностью посвящена правилам рыбалки. И вот с подачи Василия, тут не секрет, именно он сказал, что изменения некие очень серьезные грядут. И если вы себя относите к таким законопослушным рыболовам, безусловно, вам будет интересно послушать обо всем об этом в сегодняшней передаче. Итак, наши гости. Игорь Елпашев с нами, начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мы уже договорились, по-простому можно. Начальник рыбохраны, главный в регионе рыбинспектор. Да. Абсолютно. Да, добрый вечер. И с нами тоже Тимур Абашев, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, главный государственный инспектор по охране окружающей среды. Тимур, здрасте. Вот такая серьезная у нас сегодня подобралась. Василий, с чего начнем? Ну, начнем, с наверное... С каких-то постулатов. Я думаю, что начнем с того, что любой рыболов, который, не знаю, там, по-честному ловит рыбу, ну, то есть удочка, спиннинг и все оставшееся, так или иначе всегда придерживался определенных норм и правил, которые существуют. Ну, я думаю, что каждый уважающий рыболов должен их знать для себя, да. Вот. Соответственно, сейчас все соцсети запестрили там видео, какие-то там статьи, еще о том, что у нас грядут и уже настали определенные перемены. Угу. То есть сейчас нужно, так скажем, ну, с осторожностью подходить к рыбалке, да, всегда уже там смотреть, что мы ловим, когда мы ловим, где мы ловим, на что мы ловим, чтобы, ну, рыбалка не превратилась в какое-то такое... Бесчинство такое. Бесчинство, беззаконие, да. Вот. Поэтому вот об этом мы и поговорим. Вот у меня первый вопрос к Игорю Юрьевичу. О том, что у нас, вот я сейчас знаю, что сильно, очень сильно возросли таксы и штрафы за рыбу, да, то есть если раньше там судак 300 там рублей, там, да, 250, то сейчас, если вы, к сожалению, друзья, там поймали судачка размером меньше 40 сантиметров, правильно я говорю, да, вам придется заплатить штраф 3300 или ну вот в 10 там в 100 за сколько в 10 раз в 10, да, в 10 ну, раз нет, в 10 есть раз больше есть и больше, да, есть вот больше. Давайте вот начнем, ну, с этого, расскажите. Значит, данное постановление вступило в силу 17 ноября 2018 года. Постановление правительства страны. Постановление правительства страны, да. Где были изменены вот эти таксы. Действительно, вот я привожу пример. Если, скажем, стерлить стоило 420 рублей при возмещении ущерба. Подчеркну, что стерлить в нашем регионе ловить можно, но это нужно делать в свое время и только с снастями разрешенными. Соответственно, там ни о каких сетях и других браконьерских снастях мы в нашей передаче не говорим. Браконьеров не любим, ненавидим и просто там... И презираем. Знаю, презираем. Никому никогда, не дай бог, встретиться с ними, потому что он реально губит нашу природу. Вот. А если вы ее ловите в разрешенное время, там тоже, по-моему, есть определенные размеры. Сейчас он, если мне память не изменяет, 42 сантиметра. Да. Угу. Так, Игорь Юрьевич, продолжайте. Значит, вот здесь как раз вот то, что, скажем, стерлить стало стоить 4572 рубля. Мне это как раз хотелось бы предупредить именно рыболовов настоящих, да, не браконьеров, про браконьерах мы не говорим. Потому что, скажем, с 1 ноября на территории Кировской области сейчас запрещена добыча стерлить. Вообще? Она
запрещена вообще. И поэтому, если рыбак поймал стедлядь даже на удочку или там, на мормышку, он обязан ее отпустить. Если он будет задержан инспектором рыбоохраны, то будет платить за эту стедлядь в двойном размере, то есть 9 тысяч рублей. Потому что в запрещенный период. Период, да. Сколько продлится этот запрещенный период? До 14 апреля, до 10 июня. То есть, фактически, да, по 10 июня и с 11 июня по 1 ноября ее ловить можно. Надо сказать-то, наверное, по-другому немножко. Стерлядь в Тверской области можно ловить с 14 июня по 1 октября. Вот да? Это разрешенный срок. 1 ноября. Я это и сказал, что это разрешенный срок. Но, кроме всего, вот Василий правильно сказал, что есть еще промысловые размеры этой стерляди, даже в тот период, когда человек ловит на удочку, нельзя ловить стерлядь менее 42 сантиметров. Вот. Кроме того, значит, с этого года вступили в силу в действие, угу. Да, это суточная норма, которая говорит 5 килограмм в сутки на одного рыболова, более нельзя. Это, вот. Игорь, любой рыбы всего 5 килограмм? Всего. Нет, есть такие уточнения, по стерляди, да, по стерляди сказано не более 2 штук. И то же самое по судаку. Да. То есть судаков мы тоже можем поймать не более 2 штук. Абсолютно верно, да. И по ракам 50 штук раков. Или, ну, у нас, ну, раки это отдельные стихи. Да, у нас нет, ну, во-первых, у нас это как бы не распространено. А в Самаре, кстати, вот там раков очень много, и там это основное. Да, то есть мы говорим о том, что даже нормальный рыбак-любитель, который старается не нарушать закон, да, и правила рыболовства, он может попасть вот именно под действие этого закона. Поэтому, друзья, еще раз подчеркну. Но закон нужно знать. Вот лучше всего его прочитать, для абсолютно себя сделать верно. Выписки какие-то. Если вы, не знаю, там ловите на спиннинг, да, там, ну, запишите ваши трофеи, конечно, которые могут быть потенциальными, и соблюдайте уже там, будете понимать, сколько вам можно там поймать судаков, щуки и окуня. А окунь, конечно, кстати, вот, по-моему, не регламентируется, да? Окунь нет. То есть 5 килограмм окуня абсолютно любого размера мы можем поймать. Да. Верно, да? По-моему, конечно, там точно так же. Нет, плотва у нас. Плотва. Вот. А у меня был вопрос. Да. Елец. А вот елец, по-моему, и размер есть, да? Минимальный размер надо ельца. Посмотреть, по-моему, вот есть там, да? 15 сантиметров. Да. Чем шел? Так, давайте не все только разом. Так у нас примечательный елец. Ну, Он вроде бы не промысловый. Нет, там, то правила не мы принимали, да? То есть они все-таки утверждены приказом Россельхоз, Федерального агентства по рыболовству, да? Вот. Откуда берут, там, скажем, вот именно такие размеры? Ведь у нас чехонь тоже 28. Чехонь 28 сантиметров. А все говорят, что у нас такое не поймать. Она такая есть, но на самом деле 28. И с учетом того, что еще, друзья, подчеркну, рыбу нужно правильно измерять. Не по хвост, вот так вот, не по окончанию хвоста, а по окончанию вот чешуйки последней. А, понятно. Нет, это основание хвоста, да? Да, до основания хвоста. Там, в правилах там четко сказано, как осетровые измеряются, как измеряется обычно рыба, да, там отрыва до середины хвоста, либо. То есть в правилах, вот мы. Ну, я всегда. Они целиком хвост до конца измеряются? Нет. Нет. До луча. До луча. То есть тут надо тогда об этом говорить. До луча? Нет. Ну, здесь, ну, вы знаете, настоящий рыбак, он когда поймает стерлядь, он сразу определит, что она промыслового размера, либо нет. Это же глазомет он уже, да? Естественно, он же прекрасно понимает, какого она размера. Ну, чехонь, то есть должна быть половозрелая. Чехонь 28 сантиметров, я скажу, такая уже хорошенькая сабля, такая ого-го, но вот тем не менее. Толстенькая такая. Да. Дальше у нас возникает следующий вопрос. А, ну вот перед тем, как его задам, спрошу, Бёрш у нас по-прежнему в Красной книге, Краснокнижный, вообще запрещен. Все, то есть там его никак, да. Бёрш, Подуст, Краснокнижный, там, по-моему, Минога и что-то еще там у нас. Их вообще нельзя ловить. Был один период, когда, наверное, это был, по-моему, 2013-2014 год, когда бёрша было очень-очень много. Я не знаю, откуда он там взялся, зашел. Из Татарина. Вот, да, там поднялся. Вот, ну, его реально было очень много. Я знаю, Красная книга — это Кировской области, да? Да, Красная книга Кировской области. Потому что мы же говорили о рыбалке на Камском устье. Вот. Там-то можно. Там бёрша можно ловить, да, 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 но там тоже есть определенный размер, там 25 сантиметров. Я вот могу судить только по ценам, да, возмещений. Допустим, у нас, вот про бёрша мы заговорили. Вот, поскольку его было мало, и он занесен в Красную книгу, то при задержании браконьера он выплачивал 3000 рублей.
за одну рыбку, да, то есть за бирша. А, скажем, в Чебоксарах ее ловить можно было, и он 40 рублей всего по их. Но сейчас, по их ставкам, сейчас в Татарстане, если память не изменяет, бёрш меньше 25 сантиметров, по-моему, 700 рублей. Вот. Наверное, как-то вот так. Нет, сейчас, наверное, все это вот в связи с принятиями это самое, российским правительством постановления. Вот. Угу. Из этого всего вытекает резонный вопрос, который меня попросили задать рыболовы. Да, страждущие, желающие знать. Вот сегодня буду участвовать вот в такой передаче. Что делать с рыбой, которая при поклевки, вываживание получила травмы, несовместимые с жизнью, но она меньше разрешенного размера. Выкидывать? То есть до юры ты подпадаешь под действие закона, да? Ты нарушитель. Вот реально, там вот эти вот мелкие шнурки, у нас щука там, по-моему, 32 сантиметра, да, там разрешенный размер. Ну, вот реально, вот эти шнурки, особенно весной, когда выходят они на какое-то мелководье, их там скапливается огромнейшее количество, они очень жадные, они хотят кушать. И там вот эти же вертушки, воблеры, они просто там, ну, в жабры заглатывают, и снять ее, к сожалению, с крючка, не повредив, невозможно. То есть она реально там начинает кровить и все оставшееся. Что делать с этой рыбой? Выпускать воду. Выпускать воду. Нет, понимаете, вот я просто что хочу пояснить, да? Во-первых, мы говорим, закон предусматривает рыба менее промыслового размера, да? Вот. Если задерживают рыбака с рыбой менее промыслового размера, уже никакие объяснения не принимаются. Почему? Я объясняю, потому что по закону, то есть, что по закону Верховный суд разъяснял, что состав вот данного административного нарушения нашего 837, как мы говорим, статья, оно является в самом нарушении правил рыболовства, а не к тому, там, что идет как бы дальше. Да? Вот у нас же сколько случаев, когда инспектора задерживают, скажем, есть статья 16, запрещено иметь в лодке либо запрещенное орудие лова, да, либо рыбу, там, водные биоресурсы, вылов которых в данный период и в данное время запрещен. Ведь по сетям всегда как объясняют? А вот я нашел их на том берегу, я везу там вам их, но мы же не принимаем эти объяснения. Да? То есть мы берем, изымаем, составляем протокол. Ну, а дальше будет разбираться суд. Уже нет, он обжалует в судах, но еще ни одно наше постановление суд не отменил, будем так говорить, да? Потому что нарушение правил рыболовства есть. Потом ведь есть, скажем, вот ловят промысловые бригады, да? Там ведь то же самое у них, скажем, есть запрещенные водные биоресурсы, да, которые у них там, если он ловит неводом, разрешаются прилов там не более 10%, да? Либо там, что, скажем... Что прилов не более 10%? Ну, тонну он выловил, из них 10%... А, плюс-минус, да, плюс-минус, там же всякая рыба. Запрещенных равная рыба. То есть, если, скажем, сказано в правилах рыболовства, да, вот так же по стерляди, если промысловик поймал запрещенное орудие, эти водные биоресурсы, и там сказано, он обязан отпустить их, выпустить их в воду, независимо от их состояния. Трофей. Рыбалка. Вот здесь, на самом деле... То есть, сам факт. Надо отпустить. Вот здесь, на самом деле, встает вот такой резонный вопрос. Опять же, являясь там непосредственно там рыболовом, да, участвуя там в различных соревнованиях, ну, вот я и мои товарищи, мы рыбу отпускаем. В принципе, любую. Угу. Там, вне зависимости, разрешенный большой трофей еще приятнее отпускать, на самом деле. Но вот, например, тот же судак, поднятые даже с глубины, там, пускай 5-7 метров, если это было такое достаточно силовое вываживание, он себя чувствует не очень хорошо. Ну, это да, и это вот слабое. Отпустить такого судака возможно только в одном единственном случае, если рыболов знает, как правильно его проколоть. То есть, имеет специальную там иголочку, да, чтобы спустить вот этот лишний воздух, который у него образовался. Из воздушного пузыря. Декомпрессии, чтобы у него не было. Вот устранить вот это, тогда он себя чувствует нормально, он реально может уйти. Я просто боюсь, что данное правила, они приведут к чему? Ну, вот мы сейчас рассматривали там на примере Татарстана. Туда же едут там какие-то несметные полчища рыболовов, и там реально там тысячи людей на льду. Правильно? Основная рыбалка там, это глубины больше 10 метров. Самое, что интересно, я посмотрел зимовальные ямы вот там, и у них там нельзя ловить на Волге, то есть вот от Лобача и вверх до Казани, там вот это место запрещено, и где-то ниже, то есть все само вот это вот водохранилище, оно разрешено абсолютно к рыбалке. Угу. Вот. И там огромные глубины,
рыбалка не запрещена, соответственно, рыболовы как ехали, так и будут ехать. То есть на совести каждого остается, как они там будут с этой рыбой поступать. Да? Ну, кто-то там будет придерживаться этих норм, да, кто-то будет наверняка ловить сверх нормы, таким ай-яй-яй. Вот. Но тем не менее, большинство рыболовов, я думаю, что будут поступать следующим образом. Бац, поклевка, вот он достает, там с глубины 15-16 метров он не знает, что это за рыба. Ну, что взвесить невозможно, измерить невозможно. Не может определить да, параметры на месте. Он ее достает, соответственно, там, не знаю, берет линейку, либо какие-то у него там будут маркеры уже, там, прикладывает этого берша, смотрит, что он 23 сантиметра, разрешенное 25, он просто снимает и выкидывает его в снег. Я боюсь, что это приведет к тому, что весной, когда начнется таяние льда, там будут горы вот этой, извиняюсь, тухлой рыбы. Реально. То есть мы не спасем. Мы вот в какой-то мере, может быть, чуть-чуть, мы сможем снизить выбивание вот этой мелочи. Но, к сожалению, вот основная проблема не уйдет. Она никуда не денется. То есть рыболов как ловил, так и будет ловить. Он просто сейчас будет говорить, да нафиг я его буду брать, мне сейчас за него там 1000 рублей насчитаю, да я вот в снег кину его и все. Ну, в снег это не самое страшное. Но рыба, к сожалению, умрет. Это и бы умрет. Нет, думаю, здесь говорим, почему, скажем... Вот этот наболевший вопрос. Целесообразность-то, да? Целесообразность, самый наболевший вопрос. То есть раньше ее он там сложит в мешок и съест. Ну, вопрос тот был, какой, наверное, основной, может быть, из чего исходил законодатель, принимая данную норму, он исходил из того, что необходимо все-таки, определенными законодательными методами перевоспитывать восприятие, там, формировать культуру рыболовства. Рыбалки. Определенные требования вводить, да. Безусловно, страна у нас большая, и территории разные, и условия везде отличаются. Здесь, наверное, было бы очень разумным, правильным посмотреть, короткий период понаблюдать за тем, что у нас получилось. Вот эти риски мы уже видим сегодня, что они существуют, от этого никуда не денешься. Наверное, в этой конкретной ситуации, на этом водоеме посмотреть, и, возможно, раз он... социально востребованное такое большое количество рыбаков ежегодно туда приезжает. Таких водоемов на самом деле очень много. Их достаточно. Их же все знают, эти водоемы. То есть у нас в правилах рыболовства написано, что есть запретные места, зимовальные ямы определены, например. Да? А почему туда не внести такие водоемы и не сказать, что там есть исключение из правил? Потому что на самом деле мы все понимаем, что зимой невозможно определить подо льдом там, какую ты рыбу поймал, а так уж складывается, что когда ты ее поднимаешь на поверхность, она там уже все равно погибнет. Но здесь закон мы видим, очевидно, что он в этой ситуации не в полной мере работает, и не эту цель, безусловно, законодатель преследовал. Но вопрос в том, что, как Игорь Юрьевич абсолютно правильно сказал, закон такой, он написан так, как есть, и чтобы нам не перейти в категорию нарушителей, нам надо его совместно модернизировать, скажем так, совершенствовать. Вот. А для этого уже использовать, опять же, механизмы и рычаги, доступные в правовом у нас государстве. Я думаю, что у нас большое количество и депутатов, и областного уровня законодательного собрания, и Государственной Думе. Они точно такие же рыболовы, они эту ситуацию понимают. Здесь необходимо внести поправки и не затягивать с этим. Может быть, как раз вот с научным там и с представителем федерального исполнительной власти, представителями их сформировать, внесения изменений. Потому что такая ситуация-то, она, конечно, круто замкнутая у нас на сегодняшний день. Хотели как лучше, а получилось, как получилось. Так не здесь, совсем правильно. Нет, здесь, понимаете, мы обсуждаем, была такая поговорка, да, закон судов, но он закон. Почему была? Она осталась? Я имею в виду, вот всегда в теории юриспруденции, там всегда говорят так, что любой закон, он уже не равен, потому что мы сами все разные люди, у нас, скажем, даже если говорить об этих же правилах рыболовства, какая разница? У нас, допустим... Они у нас не такие, как у нас у коллег в Татарстане. Они же отличаются. А если взять Башкирию, допустим, там вообще целые реки закрыты, в том числе и белая. Мы закрыты вообще. Это правильно, на самом деле. Мое мнение, по крайней мере. Поэтому мы как бы говорим... На определенный срок закрыты, то есть до какого-то... Вообще запрещен вылов. Ну, тут смысл-то в том, что если вот фактически мы там понимаем, что зимой мы не можем обеспечить контроль, и там не достигает закон те цели, на которые он был направлен, так, может быть, и правильно вести речь о том, что необходимо там пересматривать, даже, может быть, и совсем закрыть. Чем мы
там, я не знаю, тысячи рыбаков там в разряд браконьеров переводим принятием этих решений, ну, наверное, не совсем верно. Ну, теоретически это вот оно... Вот к этому и привело. К этому и привело. То есть мы, конечно, понимаем, там, закон суров, но таков закон, но здравый смысл-то и тоже должен присутствовать. Вот, тогда у нас встает еще один такой вопрос. Не секрет, что вот мы, например, компания «Арсенал» проводим рыболовный турнир «Трофеи вятки». Как регламентируется на турнире улов рыболовов? То есть у нас как проходит? То есть команда из двух человек в течение двух дней ловит рыбу. Понятно, что у нас там прописан минимальный размер, и он составляет тот, который у нас есть в законе. Запирается на закон. Меньше ловить они точно рыбу не будут. Мы ее просто не примем к зачету. Это вот вообще 100%. Рыболовы все с головой, они ее отпускают. Вот. Но, тем не менее, общие, ну, скажем так, у нас результаты считаются по общему весу. В рамках закона я сейчас понимаю, что команда может поймать не больше 10 килограмм в день. Ну, да. Как? На двух человек. За редким исключением. Вот как? То есть нам сейчас... Вот, у нас должна победить команда, которая привезет больше всего рыбы. А там бывают уловы там и по 15 килограмм в день и не ловят. Там, Василий, менять правила. Кто первым 10 килограмм поймает? Здесь как? В старых редакциях правил было указано, что спортивные соревнования не попадают под эту в нормы вылова. Нет, я не знаю, из каких правил. От 2003 года. А 2003 года это правила были незаконные. Потому что не были отменены правила, значит, сейчас скажу. Ну и в Федерации спортивного рыболовства, задавая этот вопрос, они сказали, что наши соревнования не попадают под регламент вот этих правил. Угу. Вот я сейчас хочу узнать из первых уст. Кто прав-то? Да. И как вообще дальше будут проходить эти соревнования? Нет. Вообще брать не только наш регион, а этих турниров же огромная куча. Везде проводится. Нет, вот я могу сказать, как? Допустим, да, ведь есть разные соревнования. Скажем, в Татарстане они проводят на самую большую рыбу, да? Кто на спиннинг ловит, вот были соревнования спиннингистов, они проводили их всероссийские. Вот. Но я в них участвовал, там общий вес улова, там небольшая рыба. У них за большую рыбу. Нет, я просто посмотрел номинацию. Нет, тогда там все медали. Да, то есть нет. В тот период они платили, сами выплачивали призы. Скажем, команде Ульяновска за самую большую рыбу первое место 100 тысяч. За второе время, место 70, и третье место 50. Но мы в этом году 30 выиграли. Угу. Да. За самого крупного судака. Там они проводили специально под эгидой федерального агентства, поэтому там были вот такие. Вот, но, тем не менее, у нас сейчас проводится там турнир вот наш, да, «Трофеи вятки», есть «Тотальный спиннинг», это Татарстан, есть «Про Англерс Лиг», самый крупный в России, наверное, даже один из крупнейших в Европе турниров, который проходит у нас. Он проходит в 3 этапа на 3 различных водоемах. Я отлично знаю там спортсменов, это именно профессиональные рыболовы, профессиональные спортсмены. Уловы там составляют по 30-40 килограмм в день на команду. То есть, как это будет регламентироваться? Понятно, что вот у них... Рыбнадзор-то узнал. Нет, здесь ведь, понимаете, они что в Татарстане, что там, скажем, в любой другой республике, да, там всегда проводится под эгидой рыбнадзора. То есть, там всегда участвуют люди, которые с рыбохраной. То есть, если у кого-то возникает... У нас тоже на турнире всегда. Если возникает идея замутить, что называется, новый турнир, ты пойди в рыбоохрану, ты посоветуйся. Нет, они обязаны, во-первых, сообщить. И речь говорит о том, что... Инспектор рыбоохраны там присутствует на этом мероприятии, конечно. Но в этом случае то Василий там задает простой вопрос: а как быть, если команда привезла на финиш 20 килограмм? Здесь еще опять же вопрос. Будет нарушение или нет? У нас в нашем турнире тоже есть такая статья и повышающий коэффициент за живую рыбу. То есть мы, по идее, стараемся рыбу отпускать. То есть, когда у команды бокс есть с водой, да, вот это, например, в тот же Pro Anglers League, у них вообще только живая рыба. Но по правилам спортивного рыболовства Федерации рыболовства, живой считается рыба,
минимально подающие признаки жизни. То есть, если она шевелит жабрами и двигает плавничками, она считается живой. Но у нее там хвост одеревенел уже, то есть, она тоже точно никуда не уплывет. И это может быть рыбина там и на 5, и на 10 килограмм. Но она считается живой. Ну, вопрос опять тот же самый, путь решения совершенствования законодательства. Вопрос тот же самый. То есть, судья, главный судья соревнований принимает эту рыбу как живую, фиксирует это в протоколе. После этого он отдает ее обратно участникам. Да, в их распоряжении они, по идее, должны пойти и просто выкинуть ее. Да. Судьба ее туманно. Фактически только выкинуть останется. Нет. Я вот только все-таки в интернете это за то, что игра поближе все-таки. Нет, понимаете, вот мы как бы начинаем смешивать понятия. Да? То есть проводятся спортивные соревнования. Да? Угу. Есть статья 29 правила. Там запрещено, какие орудия при спортивном рыболовстве. Нет, у нас только спиннинг. Нет, ну, вот мы берем по спиннингу, да, то есть возвращаемся снова как бы вот к этой теме. То есть что там можно, да, то есть орудия запрещенные есть. Да? Которые указаны, да. А где указано, сколько вылавливается при спортивных соревнованиях? Вот, вот только в этом. А я почему и говорю, что это же проводится, это ведь под эгидой, там, скажем, у вас союз там спиннингистов, допустим, да, или как он называется. Рыбохрана, она здесь же присутствует. Если нет никаких нарушений, да. Это ведь каждый конкретный случай. Ну, то есть, каждый конкретный случай, естественно. Все понятно. Все. Понимаете, то есть, ведь я почему и сказал, что ведь есть разные номинации. Да? Кто-то ведь соревнования проводят, поймал, выпустил. Тут же взвесили, там сама поймал, вот у нее первое место взяли и отпустили. Ну, есть, проводятся там, скажем, кто поймал больше, да, там, или, ну, разные тоже, соревнования тоже бывают разные, но самое-то главное, везде сказано, нет нарушения правил рыболовства и вопросов. Так, наверное, настало... Просто вот тоже еще я немножко уточню. Я прошу прощения, настало время нам сделать небольшую рекламную паузу, да, буквально полторы минуты, и мы продолжим программу «Трофей рыбалка». Трофей рыбалка. Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка. Продолжается программа «Трофей рыбалка». Девиз нашей передачи «Без движения нету Женя». И мы двигаемся дальше. Напоминаю, что у нас в студии Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Игорь Елопашев, так если кратко, начальник рыбоохраны нашего региона. И Тимур Абашев, замминистра охраны окружающей среды, главный государственный инспектор по охране окружающей среды. Тимур хотел вот как раз добавление сделать. Да, друзья, маленькое, наверное, дополнение. Вот если посмотреть запрет, чем у нас установлен правилами рыболовства, да, и... Да. Эти правила, как Игорь Юрьевич правильно, в общем-то, начал говорить, они касаются осуществления любительского рыболовства. И вот если мы смотрим, то здесь конкретно по суточному запрету указано, что за исключением случая, там, если установлен запрет на добычу водных биоресурсов, а также, при осуществлении любительского рыболовства. То есть этот запрет действует именно, видимо, ну, по норме законодательства, при осуществлении любительской рыбалки. На спортивных соревнованиях этот норматив, он... В силу закона прямого не распространяется, поэтому, наверное, регламентируется только уже правилами проведения турнира. И конкретных соревнований. Василий, это всегда. Дальше, перед эфиром, да, мы здесь немножко тоже уже пообщались. Сейчас у нас коснется изменение и нерестового запрета. То есть, если раньше он у нас был с момента распаления льда по 10 июня, то сейчас будет он у нас с 1 мая по 10 июня, верно, да? Ну, вот. Друзья, это новшество. Это новшество, да. Нет, это не новшество. Не новшество. Это действовало в советских правилах, они действовали до 2009 года. Потом это поменяли. Потом почему-то кто-то вдруг придумал. В чем разница? Вот поясните людям. С момента ухода льда. Вот раньше вот лед ушел, вскрылся и все, рыбачить нельзя. Ну, на удочку с поплавком можно. Можно. С берега. Да. Оснащенную, по-моему, двумя. Не более чем двумя крючками. Точно. А сейчас с 1 мая, да? А сейчас с 1 мая. Ну, пока это не принято, но тем не менее. Это проект пока еще. Ну, да, проект это вот почему мы, скажем, выходили о внесении этих изменений, потому что в нерест наступает уголовная ответственность. Да? То есть, а как меня учили, уголовная ответственность, да, уголовный кодекс, он должен быть очень четкий, да?
поскольку там наказание... датами. Он должен быть регламентирован очень четко, да? То есть, как, скажем, мы же не гадаем, что, скажем, в Кировской области там когда ночное это, время – это с 12 до 6, да? Потому что, если сказано в уголовном процессе... Ну, я понимаю, что да, то есть, сказано ночное время везде, вот... там, да. С 23 до 6 утра. И здесь должно быть, что нерест начинается с 1 мая, да? И все знают, потому что понятие распадения льда, оно очень такое... Очень размытое. Ну, да, очень. У нас в прошлом году как раз 1 мая... В верховьях реки льёт-то началось распадение. Внизу да? Их еще нет там и так далее. Там. Или наоборот, вернее. Да. Но у нас, у нас есть реки, которые, в принципе-то, очень плохо замерзают, там взять ту же, например, Нимду, да, она там в марте уже течет. А возьмем водоем в Белых и Луниц. Да. Там еще 9 мая на льду дыбачат. Там еще на льду ходят, да, 9 да, мая. Да, то есть и как он браконьер или не браконьер, да, если лед не распалился. Ясно, а тут... Поэтому четко. Должно быть четко с 1 мая, тем более, видите, как бы, все равно раньше наука, она была наукой, да, то есть это, прежде чем что-то принять, всегда очень долго изучали, там делался анализ, допустим, почему правила 58-го года и действовали столько лет, да, до 2009-го. Потому что там были понятия четко. Серьезно проработанная была. Конечно. Да? Конечно. То есть, сказано, сидим, гадаем, там, скажем, при спортивном любительском рыболовстве можно там что-то применять, нельзя, да. То есть, а там сказано четко: спортивное любительское осуществляется на удочку, либо спиннинг, и все. И никто не рассуждал там вот на перетяге, сколько на ней крючков там. Было просто запрещено ловить перетягой, да, и рыбы было много. И сейчас у нас, кстати, запрещено ловить перетягой. Сейчас, если менее, 10 крючков, не более 10, можно. То есть у нас, в принципе, разрешили всем, да. То есть резинка, это тоже там, да? Вот они сейчас, ведь почему сейчас, скажем, вот я ездил, был научно-промысловый совет. Они снова вносят изменения в правила, хотят внести, я имею в виду, чтобы запретить те орудия лова, которые могут ловить рыбу без участия рыболова. Угу. Да, удочка и спиннинг ловит сам рыболов. Да. А когда мы ставим крючки, то рыба попадает же сама. Без контроля. Это тот же самый промысел, да. То есть там реально уже, да, у нас, причем, вот мы про жерлицы зимние разговаривали, да, у нас есть тоже строгое регламентированное количество зимних жерлиц на человека. 10, то есть, когда приезжаешь на водоем и видишь, что там команда из 3 человек выставляет 100 жерлиц, ну, это браконьеры. Вот по мне браконьеры. Да, потому и мы что за это наказываем. Это реально... А как наказывать, кстати? Как наказывать? Точно так же. Согласно новых правил, эти ребята получат штрафы, причем они уже получили не маленькие уже. Они уже в ноябре 5 человек задержали в Яранске на пруду. Да? Допустим, а в Белых Луницах... Какова сумма штрафа, Игорь Ильич? От 2 до 5 тысяч. От 2 до 5 на одного человека. Ну, надо. Если ты превысил разрешенное количество жерлиц, то все. Нет. Если протокол составили, то да, за превышение. Но там есть еще другие моменты. Там и щуки маленькие. Щуки-то считаются? А, это уже дополнительный состав уже идет. Дополнительно к этому пойдет. То есть... И вот насколько может такой вот недобросовестный рыболов, насколько может залететь? Ну вот, давайте посчитаем, да? Скажем, по Белой Холунице мы задержали с превышением жерлиц, у него была 21 щука. Тогда это стоило 250 рублей. Сейчас... Это когда? Еще раз. До... Ну, вот до вступления вот этих, новой редакции. Вот умножьте 21 щуку на 250 рублей. А если сейчас умножить это все на 1000, да, а если сейчас все это на 1000 умножить, то... 21 тысячу заплатит. Ага. Не, ну вот по ценам, да, вот в прошлом году там задерживали двух браконьеров, там, скажем, со стерлядью, да, у них ущерб тогда был, вот по стадным таксам, 420 рублей, да, на 89 тысяч, по-моему, 500 рублей, если мне память не... Ну, 89 тысяч. А сейчас, сейчас у них нет, там получилось 2 миллиона. 2 миллиона. С учетом запретного срока. Конечно. Сейчас бы это было 2 очень миллиона. Такое серьезное наказание. Это серьезнейшее наказание. А вот, да, я хочу к этому как раз вот сейчас зацепиться. Василий сказал, приезжаешь на водоем и видишь, что ну, явно вот не соблюдают правила. А что делать нормальному, добропорядочному рыбаку в этой ситуации?
либо связываться с рыбоходами, либо вызывать милицию. Вызываем полицию. Полиция не имеет права. Любой сотрудник полиции. Я честно скажу, я лично вызывал полицию на водоем, когда мы встретили товарищей, которые осуществляли лов сетями. Причем на все наши уговоры не ставить эти сети сначала на нормальное. Причем так бесцеремонно, да, это все делали? На все оставшиеся, да. То есть они сказали, да вроде бы идите вы лесом, куда шли, туда шли. Мы здесь ставили 10 лет и будем продолжать. Это конкретно касается там Петровской Старицы, да, ну, там бич, наверное, такой. На что мы сказали, ну, хорошо, ребят, что. И приехали, собственно. Сделали звонок. Приехали сотрудники, мы их встретили там у узкого места, да, проводили их туда, они к ним подошли, доступно им все объяснили, те смотали сети и ушли. Ну, я не знаю, там чем закончилось, но они сидели там, подписывали бумажки, так что... предупредительного воздуха не было? Протокол там составили, нет, но тем не менее... То есть такая штука существует. Конечно, у нас запрещен лов сетями, в принципе, вообще. Вот. У нас запрещен лов всякими вот этими экранами и всем-всем-всем, да, тоже зимой ведь тоже. Да, это, да вот если запрещено. Пройтись еще по степе с снастям для зимней рыбалки, ну, что еще сетные орудия? Ну, то есть сетями ловить сетями. Все сетные орудия. Все производные вот я встречал, от сетей. Встречал рыболовов, которые... Ну, вот я вижу, что он там ставит экраны, я подхожу и говорю, ты вот зачем это делаешь? Я живца ловлю. Я говорю, ну, хорошо, ты там ловишь живца, а зачем у тебя там 20 штук их стоит? У нас, кстати, там живец тоже регламентирован, там 30 штук, по-моему, можно, да, там на человека. А что считается живцом, там тоже параметры есть? И живец там не должен быть ценных пород рыб, ну, то есть там какой-нибудь, не знаю, там ельца, вот нельзя на живца ставить. Крошечная стерлядочка тоже не может. Ну, стерлить точно никто не будет. Стерлить точно нет. Вот, ну, там, тем не менее, тоже... Да, в основном живцы это те вот биоресурсы, да, как мы говорим, размер которых не установлен. То есть окунь. Карася, вот в Белой Холунице, опять пример приведу, да, туда почему-то все время приезжает Самутинска. Но... У них там где-то на очистных, видимо, очень много карася. И они во флягах привозят его, маленького карася, на Белую Холуницу, делают живца вот на эти жерлицы, а щука на карася очень любит, маленькая. И вот они наставят и вот вылавливают то, что я говорю. Вот эти шнурят. Маленьких. Да? Огромное количество вылавливается. Вот. Дальше вопрос такой, но он всегда был камнем преткновения. Вот есть у нас нерестовый запрет. По нему у нас разрешена ловля с берега поплавочной удочкой, оснащенной там не более двух крючков там, на человека. Спиннингом ловить нельзя. Нет. И не более, и причем вне мест нереста. Ну, вне мест нереста, да. А, спиннингом ловить нельзя донной снастью. Ну, то есть, вот тот же фидер там и все оставшееся. Там уже сказано, двух поплавковых или донной удочки. Вот, то есть, а удочка донная, она с поплавком. Вот. Очень часто, например, многие... Фидер-то можно или нет? Нет. Ну, многие говорят, я вот там ловлю на спиннинг, да, а чем, говорит, мой спиннинг там будет отличаться от поплавочной удочки или там от той же донной удочки, то есть сейчас есть съедобная резина, там все что угодно, ну, то есть такие там начинают искать какие-то пути ну, понятно, лазеечки. Вот лазеечки, да, из этого, то есть говорят, вот у меня там есть грузик, да, там разнесенная оснастка на спиннинге, вот я точно так же кладу на дно, вот там по дну там тащу, да, все, и у меня там рыба клюет, чем отличается от донки. Ну, да, Любая удочка, да, то есть вот мы берем поплавочную, там донная, поближе. Да, донная, она же тоже с поплавком. Да? Поплавок-то он же остается наверху, просто да, по дну выкладывается. Ну, не все, не но, там в любом случае присутствует наживка. Да? Используется голод рыбы. Да? Да, и на спиннинге присутствует наживка. Нет, на спиннинге присутствует. Они используют хищное качество рыбы. Ну, голод, нет. Съедобную резину окунь жрёт. Я потом... Нет, я просто почему... Я привожу как пример, да? То есть, вот сказано, что должна быть удочка, да? Значит, должна быть удочка. Почему я так считаю? Вот, скажем, очень много лет в нерест, именно в нерест, Белой Холунице. Багрят леща. Да.
Да. Все со спины. Да, и мы не могли это прекратить, пока в этом году не возбудили 4 уголовных дела. А, да, потому что уголовное. Это запрещенное орудие лова. Ну, там лещ, метод багрения, лещ приходит, он поднимается, поднимается, там суть в чем, он поднимается с ветки, а плотину-то он же не может с пруд-то выйти. Ага. И мы вот уже 2 года подряд там договаривались. Вот. То есть там рыба кишит им, да? Но там огромная стая там, леща собирается. Она же там... стаи поднимается в нерест, и она упирается в плотину, понятно. А там такая, как чаша бетонная у плотины имеется. То есть ты... И подматывая приманку, ты неизбежно зацепляешь, да? Ну, там, нет, это не прямо берут. Там, делают, там тройнички. Ага. Тройником за живот. Вообще, его, там... без приманки даже. Никакой приманки там, нет. Там прямо нет. Кидают. То есть варварский такой способ. Варварский. Очень. Багрение это вообще... И зовут их там живодерами. Вообще это просто, не знаю, нормальный рыболов так ловить не будет. Не будет. Вот. Но тем не менее, тут вот опять же, да, там встают вопросы, и многие там задают... А нельзя вот сделать поправки-то, да, что, например, там спиннингом ловить можно, но... В нерестовый период. Ну да, в определенных, да. там, отведенных каких-то местах, которые можно регламентировать, только по принципу, например, поймал, отпусти. Ну, то есть, реально, там, спиннингисту до 10 июня там сидеть. Просто я это к тому, что, к примеру, вот я стою на берегу реки, там, пускай Вятка где-нибудь, со спиннингом, там, 3 мая. То есть, вот я браконьер, считаюсь, уже. Да, нарушитель. Правильно? Не браконьер, вот. А нарушитель. Это смотря что поймаешь, там посмотрим, например. А рядом со мной стоит, например, местный рыболов. То есть, я всю рыбу отпускаю. А рядом стоит местный рыболов, который ловит на удочку. И всю рыбу забирает. Вот ему это можно делать, а мне нет. Он там, к примеру, ловит там головля, с которого там, не знаю, течет икра и молоки, да, там сорогу, которая вся шершавая, там тех же там лещей, подлещиков, чихонь там, чего угодно. То есть вот он ловит, ему можно, я ловлю, мне нельзя. Потому что ему разрешил закон. Вот. Да? Я его и усовершенствовать. Да, закон. Как-то бы, возможно, вот это... Нет, я считаю, что здесь необходимости нет. Просто спиннингисты, вот мое, опять же, мнение, насколько я вот знаю большинство, да, людей, это такие люди, которые реально, ну, вот сейчас в большинстве своем рыбу отпускают. Вот это во-первых. Во-вторых, очень ревностно относятся к сетям по одной простой причине, потому что приманки стоят ого-го, и реально спиннингисты, это, наверное, одна из таких групп рыболовов, которые большинство сетей-то и достают, да, и ну, там режут, и выкидывают, и сжигаем, и все что угодно. Спиннинг да? это дорогое удовольствие. Вот, спиннинг, хороший спиннинг это очень дорогое удовольствие. Это очень дорого, да. Приманки, соответственно, очень ревностно к этому относятся. И вот я думаю, что такие, например, там рыболовы, они наоборот будут только в помощь. Да, они там где-то что-то там увидят и, не знаю, там сообщат, подадут сигнал, там они сами там активные, да, скажем так. То есть, это, как правило, люди, которые могут себе позволить эту рыбалку, да, соответственно, они там, ну, достаточно обеспеченные, да, и вот они с головой подходят к этому. Я понимаю, что у нас есть закон, который это все регламентирует, но тем не менее, вот это просто мое предложение. С точки зрения именно Тимур Абашев, да? По востребованности введения этих ограничений, то вот там их обосновывали же когда-то, да, то, что только вот, или может тогда спиннингов там не были распространены в 58-м году. Да, там может быть только ведь начиналось. И эта история здесь отчасти. И тогда такой проблемы-то просто в принципе не существовало. Я думаю, что нет. Вот спиннинг, он в России он как бы распространен очень сильно, да, то есть фактически федерация спиннингистов есть в каждом регионе. Местное отделение. Еще и не по одному. Да, конечно. Но я все-таки считаю, что, скажем, не разрешают в нерест ловлю на спиннинг, потому что это рекомендации именно научных организаций рыбоводных. Имеется в виду вот эти государственные научно-исследовательские институты озерного и речного хозяйства. То есть они все равно все это как-то обосновывают, и поэтому это не принимается. Трофей. Рыбалка. Ну, у нас, к сожалению, нет, по большому счету, да. Ну, по большому счету, тогда давайте разрешим ловить и на перетягу. Что, ну, поставил парень. Не. Нет, он ловит другое. И выпускает, он ловит и выпускает. Ну, приехали, а он инспектор говорит, да я, понимаете, ловлю и выпускаю. Вот на удочку стоит. С перетяги, я думаю, что мало кто будет. Если... Вопрос, да, слушай, может быть, да. И тогда же удочку-то, ну, не надо разрешать. Нет, я все-таки считаю, что настоящие рыболовы-любители вот этот нерестовый запрет 40 дней, они потерпеть могут.
Рыбачит потом в ванной. Порыбачить, да, абсолютно. Нет, ну хватит. На это есть у нас платные водоемы. Платники, естественно, да. Конечно. Можно ловить, которые, может быть, скоро закроются. А если, возможно, у нас 7 минут просто остается. Может, мы еще о каких-то очень важных новшествах забыли, Василий? То есть поговорили, что проектом предусматривается увеличение суммы. Основные новшества были вот эти, да. Еще хотел как раз вот уточнить. У нас есть понятие норма вылова, а есть ли у нас понятие норма вывоза? То есть, например, в Татарстане вот сейчас у них есть, да, норма вылова 5 килограмм, норма вывоза 10, вне зависимости от проведенного на реке времени. То есть, если меня там на посту где-то, например, остановит там сотрудник ДПС, да, попросит открыть багажник, я открываю, у меня там лежит 30 килограмм рыбы, а я ему говорю, вы знаете, я там 2 недели на реке, ему как бы будет все равно. То есть, я могу вывести 10 килограмм, не больше, рыбы разрешенного размера. У нас это регламентируется. Или вот здесь могут быть ситуации, да, там, вот я иду на лодке, у меня там лежит 30 килограмм рыбы. Инспектор ко мне подходит, добрый день, добрый день. Ой, смотрите-ка, у вас 30 килограмм рыбы, а можно 5? Я ему говорю, вы знаете? Нет, во-первых... Третью неделю здесь. Нет, во-первых, Василий, я не могу комментировать этот закон, поскольку я не знаю, о чем в нем говорится и какую рыбу запрещено вывозить. Да? У нас... Мы имеем в виду татарский закон. Я имею в виду татарский. Нет, я имею в виду у нас вот нет. Нет, у нас в Кирове есть только одна норма, да? 5 килограмм. Должен быть санитарный. Почему? У нас же дежурят на посту ГИБДД санитары, да? И они задерживают, если там, скажем, в багажнике рыба живая, ну, была, да, свежая. Должно быть санитарное свидетельство. Если его нет, они составляют протокол. За перевозку, да, то есть, какой объем. Здесь ведь объемов здесь нет. Здесь объем. Либо есть свидетельство, либо его нет. Вот хорошо, и все. А потом где объем. Взять свидетельство? А где взять свидетельство обычного рыболова, который когда поехал, ты поехал с рыбалки? Ну, тут то есть вот мы, например, с друзьями реально уезжаем, бывает, на рыбалку там на неделю. Нет, понимаете, ну, в чем все дело? Мы опять... Ну, мы рыбу отпускаем, вот есть такие, которые... Нет, вот, все, вот ситуация какая, да? Я ведь беру вот о тех случаях, когда, скажем, на посту ГИБДД задерживаться, он везет рыбы по 2-3 мешка. Угу. Да, он едет то с рыбалки в нерев. Не, я сейчас не про нерест говорю. Нерест там понятно, да, там все вообще жестко должно быть. Вот я опять же поясняю, скажем, комментировать мне очень сложно, потому что я не знаю, кто в Татарстане принимал этот закон, в связи с чем, какую рыбу вывозить нельзя. Да, у них же там очень много рыбоводных хозяйств, может, рыбоводную нельзя вывозить, или там, про эти же мы говорим, там, скажем, без санитарных свидетельств. В общем, вот. У нас такого нет. Ну, у нас нет. Да. У нас... Вот, и, наверное, задам еще один единственный вопрос, да, уже вот так вот под конец. У нас на реке Вятка, я, насколько знаю, есть участки, которые взяты под лицензионную ловлю, и там осуществляют ловлю сетями. Да, рыбопромысловые там, ими там какими-то. Нет, вот как у них это все регламентируется? Потому что я не буду называть, где и кто, но я просто на таком участке в свое время мне посчастливилось, или, не дай бог, может быть, туда больше попасть, порыбачить. Там сети не вынимаются сутками. То есть там реально вот рассвело, смотришь, они плавают. Стемнало, в темноте с фонариками плавают. Сколько они там вылавливают, я не знаю. Но реально там рыба с низов, вот между мимо их там снастей она пройти не может. Ну, это 100%, потому что я посмотрел, какие сети, какой длины и какой ячейки. Я никогда не думал, что рыбопромысловые участки могут там ловить ячеёй там в тридцаточку. Ну, то есть там рыба с ладошку, она реально туда все. Ну, все. Да. Дуршлачок. И там сеть вот так вот в 4 загиба по реке, и они там плывут 2 лодками, как я вот, думал, Василий, посмотрел, думаю, если вы информацию этой поделитесь, Игорь Юрьевич, проверит он этих промысловиков. Нет, я здесь просто не уверен, что это промысловики ловили. Не-не-не. Все, ну, я же подъехал. Нет, во-первых, промышленное рыболовство, оно регламентируется точно так же, как и любительское, да? То есть теми же самыми правилами рыболовства. Ловят они только те нормы, которые им выделило квоты. Министерство охраны окружающей среды, вот. А мы на основании этого им даем разрешение на вылов. Да, если у них превышение, скажем, там, леща разрешили выловить 500 килограмм, да, а он выловил
тонну, да, то это уже нарушение. Они точно так же за это можно лишиться лицензии. Я понимаю, к сожалению, вот у нас... Василий, вот если смотрите, я дополню, вот, чтобы у рыбаков было понимание, у нас каждая сеть на реке, которая используется рыбопромыслом, в обязательном порядке должна быть отбиркована, на ней написано наименование. Наименование там, в разрешении. Какая размер ячеек, какая бригада работает, наименование рыбопромыслового участка. То есть здесь, ну, если вы рыбачите, показывали все. То есть это... Номер разрешения, да? Да, там все это указано. Если есть информация о том, что они ловят там сетями, которые, ну, по вашему мнению, недопустимые, на самом деле, наверное, недопустимые, об этом, безусловно, надо информировать и нас, как Министерство охраны окружающей среды, и рыбоохрану, для того, чтобы их... Нет, здесь, Василий, я просто... Нет, вот я просто поясняю. С ними все очень просто, да? То есть у них есть... Всем выдается разрешение, да, на вылов. В этом разрешении они должны его иметь всегда при себе. А кто может потребовать? Любой рыболов может попросить? Если они... Нет, во-первых... Если они разрешение получили, то они... Что им скрывать-то? Они могут любому это показать, по идее. Естественно, здесь вопрос, вот на самом деле, с сетями, он очень так стоит. Есть всеми известная и любимая мной там безумно замечательная старица «Черная ласка», да, которую знают все. Там что зимой, что летом, поперек стоят сети. Вот реально просто стоят сети. Весной, когда я туда приехал с товарищами, да, мы там приехали, мы вот по-русски мы офигели от количества сетей. Я такого не видел больше нигде. И причем товарищи сидят на берегу. На вопрос, вроде бы, ребята, сети-то вот ваши, там, может быть, вы их уберете? Они мне сказали, вот тебе что больше всех надо, вот их там 8 человек. Он говорит, мы тебя сейчас здесь застрелим, и нам ничего не будет. Кто, откуда, где и как? Ну, я с ними спорить не стал. Но это не промысловая бригада. Я понимаю, что это не промысловая бригада. Это я могу сказать. У нас минута остается. Очень прискорбно, что у нас есть такие рыболовы, да, которые там находятся под каким-то там опекой где-то кого-то там, не дай бог. Да, Василий, здесь который... вопрос в том, что если есть такие болевые точки там на реке Вятки у нас или на другом, на любом другом водном объекте, да, мы очень активно взаимодействуем и с рыбохраной, и с органами УВД, с полицией, да, именно в нерестовый период. И вот такие привлекаем к участию и промысловиков туда, и общественников наших инспекторов, как бы вот с этого года мы начали общественников привлекать. Угу. Давайте отработаем этой весной совместно. Здесь никаких вопросов нет. Вы абсолютно правильно в начале передачи сказали. У нас есть закон, и надо его нам соблюдать. Так вот, если мы с вами будем оставаться в стороне равнодушным, или кто-то кого-то там покрывает, это недопустимо. Но, к сожалению, вот я, как, например, рыболов, который приехал на реку рыбачить, я сеть по закону снять не могу. Василий, вот здесь вопрос очень понятный. Нет, у вас очень у вас очень хорошая, есть активная гражданская позиция, есть желание разбираться в этом вопросе. Давайте вместе весной отработаем тем точкам, которые у вас вызывают... Которые есть печальный опыт, да. Да, наибольшее напряжение, где есть наибольшее нарушение. Потому что ведь мы работаем, результаты каждый год есть, но они, видимо, не всегда, мы вполне можем допускать, что не всегда они там именно тех браконьеров ловят. Ну, хотя каждый год у нас уголовные дела, они появляются, возбуждаются, и там кого-то даже осуждают по этим статьям. К сожалению, нам пора завершать наш разговор. Еще немножко времени там нужно оставить на подведение итогов нашего фотоконкурса. Спасибо большое, Игорь Елпашев, начальник рыбоохраны нашего региона, Тимур Абашев, замминистра охраны окружающей среды. Я думаю, что до скорой встречи в новом году уже. Да? Обязательно встретимся. До скорой встречи. Приглашаем. Всем спасибо. Да. Спасибо. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал». Я Владимир Сметанин. Не прощаюсь. Трофей. Рыбалка. Настал важный и ответственный момент определить победителя финального в этом году розыгрыша бензина марки «Ультра-92» от генерального партнера нашей программы компании «Движение нефтепродукт». Фотоконкурс, зимний фотоконкурс, продолжится и в новом году, так что смело можете засылать туда свои фотоснимки. Подробности все размещены в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Ну а на этой неделе за 30 литров бензина борются Александр Фалалеев, Сергей Вшивцев и Александр Селезнев. По традиции я не голосую до последнего момента. Как до последнего? На часах я смотрю 19 часов 17 минут. Программа выходит в записи. И прямо сейчас я остановлю это голосование. За кого же мне отдать свой голос? Быстро определяюсь. Пусть будет это Сергей Вшивцев. У него на фотографии где-то с десяток щучек. Отдаю голос именно за него. Ага, вот получается какой расклад. Сергей Вшивцев 49 с лишним процентов набирает голосов. На втором месте Александр Фалалеев 48.
48,5. И на третьем с большим отставанием Александр Селезенев. Ну что, все ясно. Сергей Вшивцев, именно вам и достается 30 литров бензина марки «Ультра 92» от движения «Нефтепродукт». Поздравляю вас с этой победой. На этом программа «Трофей и рыбалка» на сегодня завершена. Свежие передачи появятся уже после новогодних праздников, так что следите и за эфиром, и за нашей группой ВКонтакте, и за сайтом echokirova.ru, и за нашим каналом на YouTube, где регулярно появляются видеоверсии передач «Трофей и рыбалка». Всего доброго, до свидания. «Трофей. Рыбалка».